Народ, здрасте. Хочу показать нового члена семьи. Вот это Дима. Дима, познакомься. Это народ. Вот, ну все. Отпускают. Это... Появилась она у нас 10 февраля, день рождения домового. Вот, родилась 10 января. Ровный месяц нам был, когда нам дали. Сказал, что зовут Димка. В общем, снимать сегодня не просто так. А по поводу, или не по поводу, просто так, в общем, похвастаться. Конечно, и до этого были посылки, но я была так тронута. Абсолютно удивительным, прекрасным. Вообще просто вот чудо, как человек, человечище с большой буквы Ч, узнав, что мне никогда не дарят книг, решила подарить мне книгу. Вот. Пришла. Моя книжка пришла. Вот коробочка. Я сейчас буду открывать. Я уже знаю, какая это книга. Вот, ну, давайте смотреть. Вот. Тут не только книжка. Я еще пока не открывала. Я вот сейчас буду все в первый раз открывать. Но прям вот все равно спасибо. Прям сюрпризище. Я вот честно... Не ожидала, значит, первое, что я вижу, буду разбираться по ходу дела, потому что это вот такая, не знаю, что это, я позже пойму, потому что я сейчас вся на эмоциях, вся такая прям радость, счастье. Ну, тут есть петелька, я еще подумаю над этим. Вот такая смешная, а, это карандаш, я поняла, вот это снимается, наверное, как-то, или нет, или я не поняла, или она не снимается. Странное было. Видно, что это карандаш. Ладно, разберусь, понеслись дальше. Потом совершенно удивительные закладочки. Такие мимимишные. Такие в виде овечушечек. Вот такие вот. Вот такие мы милахи. Прямо как моя котенка. Только овечечки. Такие бе. Вот, огромнейшее спасибо. Вот это прям вот очарование, счастье, радость. И вообще куча восторгов. Потом тут еще что-то. Что-то выглядит вот так. Я не знаю, сейчас будем открывать, смотреть. Восхищаться, радоваться в любом случае. Это что-то вроде закладок тоже. Вот такие вот няшные, вот такие вот замечательные, вот такие вот прям мути-пути. Так, это рамка для фото. Но она не вот как обычные рамки, а такая более... Ну, в общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И тут написано, ставь сюда открытку. Ладно, я вставлю. Договорились. Вот, еще такой мешочек, маленький, красивенький, совершенно очаровательный. Вообще люблю миниатюрные вещи. Вот такая тут розочка желтая, я не знаю, что это за цветок, потому что я повторюсь, вся на эмоциях, вся такая... Брелочишка, вот такой прям, такой, вот раз такой, вот у меня слов не хватает, у меня закончится словарный запас. Вот, жалко, я сегодня выспалась, потому что когда я не высплюсь, я болтливая, как коза. Коза болтливая, кто-нибудь знает? Вот, а, я так понимаю, сама книга, нет, что-то мягкое, выглядит вот так. Тут написано «Сюрприз в книге». Ничего не забыла. Вот, собственно, книга Луиза Олкотт «Маленькие женщины». Вот такенная. Ой, сюрприз выпадает.
Собственно, сюрприз. Это ряд «Какая красота». Это я уже не на открытку, это я уже на наклейку к открытке. Вот, смотрите, такой золотой цветок. Прямо пути-пути. Так, открытки Шавета. Я обожаю Шавет, спасибо огромное. Я начинаю шепелявить нарочно. У меня просыпается ребенок просто от такого обилия сюрпризов. Собственно, вот открытник Шавета, вот Шавета. И вот Шавета. Вообще очарование. Спасибо, припасибо. Вот. Ой! Надь, спасибо огромное отдельно за дарственную надпись. Я хотела намекнуть, я хотела сказать, но потом подумала, а не наглела ли я? Вот, так что тут тоже золотая наклеечка такая. И декотика такая миленькая. Заодно посмотрели на передний форзац. Вот. И вот. И задний форзац такой же. Такой же вот. Вот. Ой. И что-то тут еще. Прям понасылала, понаприсылала. Ой, еще несколько книг. Ну куда столько прямо? Последние дни царской семьи. Все, у меня сегодня просто счастливый день. Надо же, я всегда не любила вторники. Но этот вторник прям вообще счастье, радость. И спасибо за книгу. Ой. Ну и последнее, что я отсюда достану. Это крапивин! Нифига себе, крапивин! Серьезно? Где, как, почему у меня нет такой книги? Почему у меня нет такой книги? Ну, то есть теперь она есть. Называется «Бабушкин внук и его братья». Я не знаю, я очень тщательно слежу, чтобы у меня были все книги крапивинские, но такой у меня правда нет. Спасибо огромное. И вообще прям... Вот так бы взяла бы и затискала, потому что прям вот спасибо. Крапивин моя большая, огромная слабость. И, в общем, я не знаю. Я не знаю, что еще сказать. Были просто эмоции, были счастья, были радости. Как бы прям вот так хочется подскочить и под недоуменные взгляды дымки, которые сейчас играются частью от скотча от посылки. Просто начать орать, прыгать по комнате, танцевать, я не знаю, горланить какие-то счастливые песни и вообще всячески проявлять свои радостные эмоции. Еще раз огромное спасибо. И вообще, народ, я вам просто желаю испытывать те же счастливые эмоции, которые я испытываю сейчас, потому что это шикарно. И пока уже, короче, я не знаю.